И всем привет, с вами я, Лего Мастер, и это второй выпуск про самоделку. Тут достаточно много изменилось. Первое, это я закрыл полностью все белыми пластинками, тут небольшие вот сугробики сделал. И вот они, сноутруперы. Также я поставил дерево, сугроб, и все понятно. И я все-таки решил сделать здесь упавший космолет, потому что сноутруперы занимают много места, если они вот так вот идут. Получается, что им нужно еще какое-то расстояние пройти, чтобы дойти. А так, если они сюда доходят, то тут прямо просто вот перед ними. Это не очень красиво получается. Также я начал делать скалу. Все она достаточно странная. Но выглядит реалистично. Это потому, что я использовал вот такие детальки. Я их ставил. Вот видите, как, например, эта деталь может стоять так. Ну, логично. Я ставил вот так детальку. Брал скошенные. Вот они, кстати, у меня вот тут. Заканчиваются уже. Нет, это не все, я просто отобрал и положу сюда, ну, чтобы не бегать. Ну и здесь вот так вот. Беру вот так вот, соединяем и вуаля. Получается такая своеобразная скала. И потом ставим. Вот так вот. Положим сюда. Дерево, я говорил, я доделал. Скала. Он сейчас на не очень большого размера, но я думаю, сильно уж большое делать не буду, но я не знаю, какого он будет высоты. Может быть, вот такой. Задумка, я вам уже говорил. Ну и, собственно, здесь будет лежать сам шаттл. Я его еще не начинал делать. Но вот планирую. Ну, возможно, не сегодня. Ну, не знаю. Но он здесь будет, наверное, уже хоть какая-то часть от него будет к следующему выпуску. Ну, а так, уже все. Дерево, земля, и я начал скалу. Да, и возможно, поскольку у меня пластинок здесь хватило, и здесь, поскольку немного тут хватит пластинок, то я думаю, может быть, и вот здесь вот закрою, и вот так вот. Это я не знаю, может быть, я расширю и какой-нибудь там байк поставлю, не знаю. В этом я еще не уверен. Собственно, по самоделке это все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее, как всегда, в описании. Всем удачи, всем пока-пока, ждите следующего выпуска. We'll be right back.